Іван Ткаченко, гравець баскетбольного клубу «Черкаські мавпи». Ваня, ну вперше граєш в фіналі Кубка України. Очікування, сподівання, настрій, з яким підходила команда, наскільки відображає ту гру, яку вона показала? Ну і, власне, про все навколишнє розкажи нам. Настрой був хороший, були заряджені на побіду, на боротьбу. Ми це показали на перші 8 хвилин гри, потім пішов якийсь провал. Потеряли энергию, начали сбиваться игру один в один, не играли не командную игру, и вот результат на табло. В перший дуже хороший період, після цього десь втратили емоції. З чим пов'язуєш? Все-таки значно ширша лавка запасних у будівельника, їхній зал чи в чомусь інша причина? Та ні, нету ні в чому причини, яка різниця, яка ротація. Да, это может быть где-то сыграло чуть-чуть на свежести, но мы это первые 8 минут компенсировали за счет энергии. Потом мы ее потеряли, и потом уже начало сказываться то, что они свежее там или где-то. Біля мене новоспечений володар Кубка України Андрій Кожем'якін. Андрій, вітаємо з перемогою тебе і, власне, твою команду. Хороший матч, солідна різниця. Твої очікування від сьогоднішньої гри і що вдалося? Спасибо большое за поздравление. Но ожидания вот такие, как в принципе получилось. Я думаю, что мы примерно на это рассчитывали. Конечно, мы понимали, что это все-таки кубковая игра, а не игра чемпионата. Вот, поэтому мы разбирали, мы смотрели видео, мы знали, что нам будет предлагать соперник. Мы к этому были готовы. Но я думаю, в принципе, это и доказали сегодня, показали. Чи важко бути фаворитом в такому матчі, тому що будівельник вважали фаворитом перед грою і, власне, вдалося це довести? Я не знаю, чому нас вважали фаворитом. Опять же, це кубкова гра, і вже навіть в цьому році ми не раз убеждались, що це так, к сожалению, не працює. В кубці фаворит, не фаворит. Тому ми на це абсолютно не звертали увагу, ми ні разу об цьому не упоминали. Ми просто готувалися до гри. Окей, дякуємо і вперед до нагороди. Максим Міхельсон, головний тренер баскетбольного клубу «Черкаські мавпи». Максим Сергійович, ваше бачення сьогоднішнього поєдинку? Ну, дуже жаль, що не вийшло нав'язати боротьбу будівельнику. Я считаю, что в такой игре с таким соперником, с таким хорошим ростером и качеством исполнителей должны быть, ну, как минимум 4 фактора. Первое, нужно играть с большой энергией. Второе, нужно играть умно, помня о всей подготовке, о скаутинге, о сильных, слабых сторонах соперника. Третье, это нужно играть в командный баскетбол. Невозможно обыграть в одиночку сильный ростер соперника, да, не имея в составе игроков, которые будут индивидуально там в каждой позиции сильнее. Вот. И четвертым, немножечко, наверное, где-то везение, удачи. Сегодня, к сожалению, ни одного из этих 4 факторов не было. Ну, может быть, первая четверть, первые минуты. Вторая и третья, четвертая четверть, это, конечно, было без энергии, это было без хитрости, забыв обо всем, о чем договаривались, обо всем, о чем, что разбирали. Вот. Это было в каких-то эпизодах эгоистично и с желанием стать героем матча. Естественно, ни героя не получили, ни победы. Вот. Ну и, конечно, были несколько моментов, которые, ну, просто не залетали даже те мячи, которые, казалось бы, легкие и простые. Но это уже, я думаю, четвертый фактор. Это результат первых трех, отсутствие первых трех. Поэтому, как бы, ну, сегодня по делу будивельник был сильнее. Сегодня по делу будильник выиграл, с чем я их и поздравляю, с Кубком Украины. Такой у них непростой сезон и такой трофей, я считаю, что это большое достижение. Как, в принципе, и у нас, да, мы, наверное, были в схожей ситуации с будивельником, и я считаю, что обе команды заслужили этого финала. Единственное, наверное, обе команды и зрители заслужили больше борьбы, большего огня, больше страсти в этой игре. К сожалению, этого сегодня не было. Попри це, кубковий шлях і вихід в фінал для вашого сезону має, судячи з усього, такий доволі емоційний характер. Так? Таке високе місце в цьому турнірі допоможе в чемпіонаті?
Да нам каждая победа сейчас поможет, да, поднять этот эмоциональный фон. Мы и так, мы выдержали очень-очень тяжелый старт сезона, тяжелую первую половину сезона, очень тяжелую. И я уже много раз отмечал, что внутри команды очень хорошая химия, выдержать такую первую половину и сейчас идти с вот такими результатами, которые мы идем. Я считаю, что без хорошей химии невозможно. И, конечно, каждая победа дает эмоциональный всплеск. Я сейчас, да, закончился уже кубок, закончился финал, а через 2 дня, 7 апреля, мы уже играем важнейшую игру с Харьковом. И я, честно сказать, глядя на то, сколько сегодня было сил, эмоций, энергии у наших игроков, вернее, их не было, да, я уже переживаю о том, как мы будем выглядеть 7 апреля и что нужно сделать с командой, чтобы изменить эту ситуацию, потому что у нас дальше сложнейший график, сложнейшее расписание. Вот, так. Біля нас тренер-триумфатор Ігор Смігленікс. Ігор, поздравляем вас с победой в сегодняшнем матче, в общем-то, в Кубке Украины. Довольно непростой путь. Насколько вы довольны своими парнями? Ну, как сказать сейчас, как не сказать, что недоволен, потому что сейчас-то, видите, команды равные, и очень зависит, как каждая игрок, каждая команда, как она готовится и тактически, и психологически. И это очень много видно, что друг друга обыгрывает в этой лиге, да? А на Кубке это тем более. Это одна игра, и ты вылетаешь. Так что, конечно, я доволен, что с этим фокусом, который был до конца. Что было сложно сегодня? В первые 10 минутках показалось, что, в принципе, соперник заряжен на матч. Дальше стало легче. В чем залог успеха? Все-таки в более стабильном составе, шире или в чем-то другом? Не, у них хороший состав, у Черкасы. Я следил за первыми 2 играми, очень эмоционально и заслуженно попали в финал, потому что была как раз команда о том, что я говорил. Был свой рисунок игры у них и эмоционально. И очень эмоционально они приехали. Но тут, конечно, если бы наши эмоции, наше на этот день мастерство, которое мы как команда сделали, да, лучше не было, то это был шанс у Черкас. Но мы не дали шанс сегодня, не дали. После возврата Будивельника и после возврата Кубка Украины, судя по всему, задачи на чемпионат будут не менее амбитными. Ну как в спорте бывает, как говорят, да, когда аппетит, когда он, да. Конечно, не, ну тут много команд, я думаю, что много команд все равно еще себя, эту цель держат и будут работать. Это еще и длинный путь, но это придет очень быстро тоже, да. Так что, ну, трудно, нелегкая лига, нелегкая. Спасибо большое, с победой вас. Спасибо.